Ребята, всем привет, с вами Александр, и у нас уже есть возможность создать нового гибридика, это, по-моему, трикозавр или что-то вроде такого. Давайте мы сейчас немножко еще вспомним, кого мы, может быть, можем создать, чего нам здесь не хватает. 20-го пуролитика создать надо, это просто же жесть, сколько туда нужно насобирать. Так, у нас, кстати, есть в соперниках даже вот такая вот тварь, Диларахейрус. Ну, туда мне еще далеко, да, это нужно создать... обычного. Ну, 17 тысяч уже насобирал, да, думаю, я его смогу создать. Ну и 20-го этого тоже, в принципе, недалеко. Так что как бы неплохо, ребята. Это, блин, не туда. Неплохо, неплохо. Этого можно создать. Так, здесь что, нужен тирекс 20 уровня, по-моему. А ну-ка, индоминус у меня есть. И опять же, кто ты? Эрликозавр, но этого я не смогу создать, у меня маловато. Опять не туда. Так. Этого точно нет. Магнипиритор. Так, а вот ты кто такой? Что-то я подзабыл. Это из новеньких, 100%. Да. Тенентерекс. Ну да. О, кстати, тенентозавриков я чуть-чуть подловил. Да. Подловил. Аж парочку. Мало. Мало-мало. Так, ну а тебя, чтобы создать Диараджа, чего-то там, Диараджазавр, так, этого кентрика я могу качнуть, по-моему, Тальзянгазаврика, да, на 20-й, это без вопросов, из него делается Турамолох, но это у меня нет, такого еще, а для Диараджазавра нужен Раджакилозавр, да? 16 левел, ну вот я его могу создать, скорее всего, мне хватит, да, то есть 6000 раджазавра хватит. Ну, короче, у нас, ребята, вы поняли, много чего, на самом деле, мы можем создать, сейчас уже даже 200 тысяч, я могу даже раптора качнуть, индораптора на 28 уровень, по-моему. Но сегодня у нас, ребятки, будет вот этот парнишка. Блин, он здоровый. Он реально, смотрите, какой гигантский. И бронированный. И смотрите, какой у него такомайзер. Йохиндрова. Так, ну давайте последний раз создаем. И как раз двадцаточка. То, что нам нужно. Это наш второй уникальный динозавр, ребятки. Трикозавр. Булава просто та гигантская у него. Блин, ну лютая тварь. Он не выглядит медлительным. Блин, да с таким хвостом это вообще непобедимое существо. Броня, ну непробиваемая, у него там такие шипы на спине. И на голове рога размером больше, чем тиранозавр. Ну конечно, тиранозавр плюс вот анкитерозавр, или как там тебя зовут. 21 уровень, ребятки, он у нас мощнее, чем сам тиранозавр. Давайте мы сейчас сравним. Так, здоровье. 3526 на 1200 урон. У-ху-ху. Скорость 108, это больше, чем у Рекс. У Рекс вообще, по-моему, 102. Шанс крита 30 и броня 30. Ничего себе. Опережающий удар есть. Минус 90 от урона. Круто. Ну, правда, на один ход. Снятие щитов и обход брони. Вот, короче, да. Снятие щитов и обход брони, двухкратный удар. У него вообще имбические вещи. Вот эти вот, блин, щит, мгновенная непобедимость. Ё-моё, не знаю, он вообще должен быть клёвым динозавром. И у него еще пассивка контратака 50%. Читаем. Трикозавр обладает грубой силой хищника тиранозавра и оборонительными способностями анкилозавров. Он также проворнее любого из них, поскольку может использовать свой толстый хвост для равновесия при беге на максимальной скорости. Ну, блин, ребята. Вот, ну, он должен быть просто божественным. Так, 3500, 1200, 30, 108. 3500, 1200, 108, 30, 30. В общем-то, удар у Рекса чуть сильнее, жизни чуток меньше, а полностью отсутствует броня. И ну, такое себе на самом-то деле. А ну-ка, в обход брони двойной урон там, да? Вообще, это имба. Он круче Рекса намного. 108, а какая скорость у Рекса? Ну, он проворнее, но это вообще описание, как обычно, из жопы. Она вообще никакого отношения не имеет, пишут там всякую чушь. Но не на этот раз. На этот раз все, ребятки, нам совпало.
И вот такая вот у нас есть тварь. Так, ну, давайте попробуем создать. Ну, это нам вряд ли повезет. Там нужно сейчас потом идти создавать клетки анкитрозавра. Ну, еще даже можно. Ну, может просто повезти, там, плюс 50 или плюс 100 попасть. Так, ладно, давайте создадим плюс один уровень. Так, вот. Я, кстати, делал упор на этой неделе именно на вот этих вот анкилозавров эпических, потому что они довольно много куда идут. Блин, ну да, много тратится. Это только вот 80, это на один раз хватит. Нужно хотя бы там 200-300 сделать. Хочу просто 22 уровень, ребятки, сразу сделать. Я думаю, вы одобряете. Анкитрозавр. Кентрозавр плюс анкилозавр. Два эпических существа. У него на 20 уровне 3800 всего лишь. Ну, скорость побольше. И крита нет. Ну, анкитрозавр интересный. Мне, по крайней мере, он пока что нравится. Так, ну давай. Нам может, конечно, повезти за три попытки там. 30. Да. Та-дам. Ну, 1300 будет у него сила удара, чтобы была уже побольше, чем у Рекса. 60 тысяч мы платим за это. Да, ну мы, скажем так, жизни у нас теперь больше. Вот такой вот у нас получился динозавр. Сейчас мы его обкатаем, а потом даже мы его сможем выставить против сильного врага. Так, стоять, я забыл его поставить в... Ну, он у меня здесь вот где-то, вот. Сразу за индораптором. Готово. Отлично. Так, есть у нас парочка башенек. Это у нас такая слабенькая на один бой. Давайте мы сейчас его возьмем, здесь обкатаем. Посмотрим, как оно да чё. У нас есть реально опережающий снятие удара. То есть его можно спокойно ставить первым, если это не какой-то индоминус. То есть интераптор, он может занерфить на первый удар. Это хорошо. Ну, а на самом деле не особо-то и надо. Так, вот это вот существо. Ну, а чё он нам сделает? Снизит скорость, ну вообще-то как бы не печально. Мы и так медленнее. У нас еще 50% контратаки. У нас контратака 500, ребята. И крит. У нас же шансы крита и брони большой. Это вообще круто. Апатич. Ну давай. Они, конечно, пошустрее, но нам пофигу. Контратака. Против них вообще щит надо ставить. Если противник у нас не пробивающий щит, надо ставить щит. А, хотя нет, у нас тут щит такой имбовый, типа непробиваемый на один ход. То есть недолгоиграющий щит. Так, давайте мы такие уже воспользуемся нашим преимуществом. Снизим за 90%. Он себя сможет усилить на 2, но это будет все равно слабый удар. 81. Потому что мы получили? 576, мы в 10 раз, это считаешь, уменьшили, 57, а он умножил на 2, вот и получилось тебе тех же... Давайте сейчас мы поставим опережающий непробиваемость. Ну, это я чисто пробую. Мы вот контратака его просто загрызли. Блин, кто Денис? Крутой парнишка. Так, давайте-ка что мы сделаем. У меня просто есть следующий бой. Это вот эпическая башня. Но у меня еще есть обычная башня. Сейчас я посмотрю, где вот. Вот еще у нас обычная башня есть. Здесь нас ждет, смотрите, что. Здесь, конечно, крепкие парни. Так, значит... используйте существ, давайте прочитаем, используйте существ с большим количеством ОЗ, иммунитетом, броней и щитами, а также замедляющих существ, например, брахиозавр, чтобы одолеть
Дилара Хейруса и его предка Диларанозавра. Так, у этих ребят, блин, жизни много. У них что, есть замедление, замедление есть, снижение урона, есть паралич и подмена. И они шустрые. Снять, ну, они одинаковые по ударам. Минус 50 на 2 хода, паралич, отвлечение, они одинаковые. О, тю, блин. 5000, 1426, 4000, 1700, 129, более быстрый, меньше жизни, больше удар. Интересно. Так, большим количеством очков здоровья, иммунитетом. У них же просто есть очищающий удар, да? У них есть очищающий удар, то есть их как бы там занерфить не получится. Так, ребятки, давайте вот такую примерно команду подобрал для эпической башни. Но мы еще перед этим сделаем два обычных боя. Не, все-таки, да, как-то не пойму, такие какие-то сложные противники. Эти Диларана Хейрус. И очищение у них есть, и есть, замедление и снижение урона. Короче, такое странное, не пойму. У них нет, правда, пробивания щитов, то есть, ну, крепкие броники хорошо пойдут. Так, этот сейчас себя усилит, это я помню. Так, ну, на самом деле, если бы он был крепким, я бы ему как раз снижал урон на второй ход. Но вот этот, конечно, он крепкий парень. Он реально сам пробивает троих вообще на раз-два. Если бы у него еще был иммунитет, он был бы неубиваемым. Это была контратака на коса, ребята. И на 4 полноценная атака. Это, блин, имбическая тварь. Ну, я его прокушу. Ищи крит. Он криты раздает просто направо-налево. Ну, хоть бы нам так повезло со следующим нашим противником. В эпической башне. Я возьму его, Индоминуса, Индораптора возьму. И Аланкилозавра, что может быть. Хотя у него, наверное, у Аланкилозавра мало жизни. Нужно брать кого-то, а у кого хотя бы... А ну-ка, сколько у тебя? Сколько у тебя жизни? Не, ну трешка у него. Трешка я могу еще, конечно, его качнуть. Даже вот не знаю, кого брать в ту башню. Здесь много жизни, есть замедление, снижение урона, но он... Я как бы 4000, просто я буду сидеть в обороне, а как бы... Кем я буду его пробивать, если бы у них было мало жизни, то понятное дело. А так у них жизни много. А, у меня уже все собрано. Ладно, давайте идем еще последний бой. Ну, есть Димитродон, у которого иммунитет, но... Ну, у него как бы там суперсильных ударов нет. То он все равно сейчас будет себя там... И конец. Блин, я люблю этого динозавра, ребята. Это мой очень любимый динозавр стал. Если мы, как говорится, быстрее, чем кто-то, мы его просто съедаем. 2600 это был просто двойной урон без крита. С критом там это 3900 у нас получается, да? Пуралит. Иди ты ко мне, мой хорошенький. На, эта штука не имеет урона. Да мы так ее просто пропустим. 1317. У нас, кстати, удар будет такой же силой, как у
Диларана Хейра. Ну, может, конечно, если нам повезет, то все легко, то ты там может, короче, порешать. Может порешать и один Индораптор. На самом деле. Но у него нет иммунитета. Так, что у нас тут? У нас есть опережающий инвизибилити. Но он же сразу нас задемажит снижением урона. А, у нас есть очищение себя. Хорошо. То есть первый удар, в принципе, у нас должен быть... Так. Ну вот, смотрите, есть тоже трешечка. Полторушку может пробить. Ну, удар слабый у него. Брать как бы его без понтова. Вот тебя, вот тебя, вот тебя. Ну, вот так вот. Ну, давайте будем пробовать. Как повезет, да. Ну, дело в том, что у Индораптора скорости не хватит, да? Он будет помедленнее. ...129, 128. И он будет чем дымажить? Задержка на один ход. Ну, давай уклонение. Он может просто нас запарализовать, и это будет очень плохо. Так, он промазал. У нас есть очищение. Попал. Попал таки. По барабанам. Пробил, гад! И это был удар с подменой. Вот подлец. Да, вот это было подло. Я и... Да, про удар с подменой, что он имеет двойную, полтора двойной или двойной урон, я как-то забыл. Так, он нас вот этим он продемажил. Давайте защитимся. А паралич у них-то имбовый. А этот что, появляется с очищением? Чё происходит? На два хода, что ли? Жесть какая-то. Паралич у них вообще, смотрите, сколько раз подряд сработал. И он ходит, ну это как? Это жесть, он подменился, ну это дичь какая-то. Просто какая-то дичь происходит. Ах ты ж гад, попал. Убей его, прошу тебя. Нет, ну почему так все хреново? Все параличи у них прошли. Почему-то паралич как-то по два хода продержался у них. И невидимость не сработала. Это просто, ну, не фарт, ребята. Такое часто бывает, вы знаете. У противника все работает, у нас не работает.
Так, ну что, я думаю, в общем, такой печальный конец не затмит впечатления приятные о нашем новеньком трикозавре, в общем-то. Он мне понравился, прикольный. Так что скоро увидим его на арене. А на этом все, всем пока.